Всем добра, дорогие друзья! Безумная неделя просто! У нас целых два трейлера за одну неделю. Мы с тобой становимся реакционером 31. Ненавижу тебя, Виндяй, ты укусил меня, гадюка. Короче, сегодня у нас с тобой будет Five Nights at Freddy's Security Breach. Руин DLC. Я только проснулся, по мне видно. Я ожидаю снова видос минут на 10, 15, 20 из одноминутного. Но, да, мне это очень нравится. Так что, давай, не будем долго разговаривать, поехали. Вот он, Security Ruin. Это настоящий трейлер SteelWorld Studios. Давай сначала посмотрим трейлер полностью. По пути, если надо будет, останавливаемся, обсуждаем. Но потом пересмотрим. Cassie, I hope you get this message. Подожди, а что это за локация такая? Фредди Фазбер, это входная, видимо, да? Ну, судя по знакам. Он весь зарисован, разрисован. Там вон откуда-то Грегори упал. Какая такая огромная куча коробок. А нет, газет! Или что это? Давай мы сразу врубим... А, 1080... 4К давай. Поехали. Сюда его. Компьютер, надеюсь, не умрет. Так. Возвращайтесь назад. Да, это точно входная комната. Ну, входной зал. Но для того, чтобы не отрисовывать локацию, они просто все залепили газетами, видимо. И вон он спрыгивает. Или это не Грегори, не уверен. Кэсси. Кэсси! Это из книг, я понял. Ага. Он говорит, эй, Кэсси, ёпти, иди-ка сюда, помоги мне. Я застрял в... этом пиццаплексе. Не буду объяснять, как я сюда попал, но я сюда. Но я здесь в ловушке. Я бы хотел, чтобы ты пришла, спасла меня. Все здесь разрушено. Тебе нужно помочь мне. Save me, Cassie, спаси меня, Кэсси, пожалуйста. So dark down here. Очень темно здесь. Это кто? Это кто? Это Роксана? Еба, как ты красиво выглядишь-то. Это переключение, эндоскелеты. Чикуля, идешь жрать опять? ФНАФЕЦ! Так, я надеюсь, этот ФНАФЕЦ они сделают хорошо. Если вы, гадюки, сделаете этот ФНАФЕЦ неправильно, я к вам лично приду и... не знаю, что я вам сломаю, но я вам сделаю плохо жизнь. Здесь будет возможность взаимодействовать между двумя персонажами сразу. Что вот это такое? Что это вот это за маленький какой-то? Это Фоксик? Это сломанный Фокси? Ну или вот сломанный какой-то зубастик, но он маленький. Мне кажется, он не маленький, у него ножек нету. Это туловище, и вот они руки, то есть у него нет ног. А не мотроник инвалид, как грустно. На чем-то едет! Слушай, по трейлеру выглядит очень круто, реально. На чем-то едет, на какой-то машине или. Прыгает. Так, Чикуля опять жрать идет. Мне кажется, это то, что осталось от Монтгомери. Чьи-то ноги. Здорово! Сандроп, йо! Ну, Сандроп крутой. Это что такое? Так, давай сразу все пересматривать. Сандроп, ну как ты круто выглядеть, родной, это охренеть, слушай. Мне очень интересно, как будет выглядеть луна, учитывая, что солнышко выглядит так крипово. Так, это у нас... Блин, вообще затрудняюсь сказать, но это, мне кажется, солнечная вот эта комната. Кто-то напал. Стой! Кто-то не на него напал, кто-то одел на него маску Венни. И он попал в мир Венни. Мы увидим, как Венни видит все вокруг. Венни, если ты забыл, это, короче, безумная вот эта кролик-убийца, которая была нашим главным врагом. Не сдавайся и не бросай меня. В июле 23-го, ёпты! Июль 23-го, через 2 месяца. Слушай, обалдеть, конечно, неделечка по этим всем объявлениям. Но они еще могут перенести. Так, давай смотреть с самого начала, обсуждать каждый кадр. Мы сейчас будем облизывать каждую секунду, чтобы найти все секреты, которые здесь есть. Ну, насколько мы можем. Так, это мы уже обсудили. То есть Кэсси приняла приглашение. Слушай, а Грегори? Грегори же... На чем закончилось? Грегори... Какая из концовок вообще основная? Руин.
Но учитывая, что все вокруг разрушено, Грегори все сжег? Или что? Просто обычно концовки в первом Security Breach были, что он сбежал, что он умер. Но так или иначе, чаще всего он сбежал. Вот, либо он сбежал, и его нашла Венни, либо он сбежал, и все хорошо, либо он уехал на машине вместе с Федором. Кстати, Федора мы здесь не видели вообще. Да? Да? Окей, сейчас мы это посмотрим. Либо он сжег. Это вот единственная концовка, где, по-моему, он... Ну, вообще, он тоже сбегает. Он так или иначе везде сбегает. Каким раком Грегори это оказался вообще заперт в пиццеплей? Лекси, если ты вообще победил, в принципе. Или это прошлое? Нет, это не прошлое. Какое-то прошлое, если все разрушено. Андрюх, ты думаешь вообще, что говоришь? Фредди Фазбер. Я надеюсь, ты получишь это сообщение. Тут какой-то сурикат стоит. Так, это у нас... Это у нас подземельное наше пространство. Где-то рядом была наша сейф-комната, в которой мы Федора улучшали. Это Монтгомери, его зона. Что-то. А вот он, это Parts and Surveys. Это у нас, видимо, да, подземелье опять, где лежат все запчасти аниматроников и всего такого. Это у нас... Мне кажется, это солнышко. Нет, это Федора. Федора комната. Я не помню, правда, Федора комнату. Я не помню Федора комнату. Но она, я думаю, была. Это у нас... Блин, вот эту я комнату помню, но я не могу сказать, что. Напиши в комментариях. Close, cooler. А, close forever. Закрой это навсегда. Или закрыто навсегда. So dark down here. Это этот кексик. Ба, кексик криповый. Так, это у нас наша Роксана. Слушай, Роксана не выглядит такой побитой, как было в первой части. Помнишь же, что с ней произошло? Если ты забыл, мы на нее уронили огромную машину и вырвали у нее глаз. Но, по-моему, раз ее придавило, у нее хлебало ее должно быть немножечко более раздолбанное. Но глаз у нее нету, так что все ровно. Причем, заметь, один глаз мы забрали, а второй глаз либо сломался, либо забрал кто-то еще. Какой-то переключатель, подожди. Причем это переключатель с дизайном Федора. Пиццеплекса Федора. Возможно, это какое-то дистанционное управление аниматроником Федором? Не знаю, не уверен. Федора, опять же, мы здесь не видели вообще. Так, это у нас снова с эндоскелетами, которые ведут себя как в The Joy of Creation. Да-да-да, ты видишь, они ровно так же себя ведут. Вот он просыпается такой, и после этого останавливается. Оп, сделает шаг и останавливается. Так, Щекуля идет в глэм-рок-зону. Ну, то есть, я так понимаю, основная фишка про то, что аниматроники просто путешествуют туда-сюда, она остается... Слушай, времени прошло, походу, миллион лет. Что это? Это дерево выросло из земли. Ты знаешь, сколько на это времени нужно? Не, возможно, тут удобрений очень много, поэтому растения так быстро растут. Камерам. Смотри, он к камере подключается при помощи вот этой девайса вот этого. То есть, я так понимаю, это подключалище ко всему вокруг. И вот он подключается к комнате. Тут у нас 5 комнат, причем 2 из них активны, камеры. И Roxy Raceway идет куда-то. То есть мы вернемся ко всем локациям. DLC, видимо, будет просто громадным. А мы будем по всем локациям, которые были у нас раньше, путешествовать и видеть их более разломанными, более раздолбанными, более разрушенными. И снова там будут шляться аниматроники и все такое. И, видимо, мы будем играть за Кэсси, по крайней мере, насколько я понял. Поэтому мы не виним Федора, потому что пока мы здесь где-то ходим, Грегори там опять входит и выходит Федора. Короче, у них там свои обычные дефолтные веселухи. Вот этот, смотри. Да, ну, как я и сказал, это девайс, который подключает все ко всему. И тут, наверное, начнется игра, мини-игра из Among Us. Соедини провода. Грегори, беги. Очень круто было бы, если бы мы могли взаимодействовать с Григорием при помощи этой штуки. То есть мы ему говорим, что Гриша, там рядом с тобой кто-то, и Гриша убегает. Я думаю, такое будет, потому что мы в результате-то можем с ним разговаривать. Или альтернативный вариант, возможно, пока мы будем путешествовать по этому... Да, это точно будет! У нас же был еще предыдущий трейлер. Сейчас мы его на всякий случай еще раз посмотрим, чтобы все соединить. Мы видели с тобою на одной из камер, как Григорий бегал. То есть у нас будет реально параллельные сюжеты. Мы с тобою, как девочка Кэсси, ходим, шляемся, все ломаем.
А Гриша в это время бегает и там где-то бодяжится неподалеку от нас, пытаясь нас с тобою найти. Вот мы говорим, Гриша, Валик. Вот это маленький какой-то аниматроник. Смотри, а тут у нас надпись есть, пиццаплекс. В других местах ее нет. Вот, она это, видимо, сохранение на какой-то машине. То есть это чекпоинт, и это мы прилетели, кстати говоря, в зону, где мы с Монтгомери дрались. Помнишь? Где мы на него постоянно пытались все уронить, и вот где-то здесь он упал, он прыгал на нас. И тут все, слушай, ну, опять же, здесь стоит ведро и этот, вытирашка. То есть, по идее, кто-то пытался здесь навести порядок после того, как мы все разрушили, потому что ведер там не было, когда мы с боссом дрались. Сколько времени прошло? Как это вообще произошло? Слушай, вот это мне очень напоминает Фокси. Куда это шныга? Я понимаю, что это, скорее всего, Монтгомери, судя по глазам и по телу. Я думаю, это Монти. Но напоминает Фокси просто. Блин, я очень надеюсь, что мы увидим Фокси, поймем, что было с Бонни. Так, ну это... Слушай, судя по трейлеру, у нас основные враги тут это Фокси, что-то Роксана и Монти. Ну и кто-то в конце впихнул на нас свою маску. Я так понимаю, это... Ванесса. И шляпка, кстати говоря, напоминает прямо, вон она, напоминает Венни. Такие же. Блин, ну какая луна такая. Да, хорошо, давай посмотрим предыдущий трейлер. Древний Винди тут. А, вот, у нас были вот такие вот трейлеры. Вот он, собственно, разрушенный, заруиненный ФНАФец, когда это было еще, наверное, года два назад, полтора. Вот она, собственно, разрушенная Чика. Вот он, разрушенный на Спицеплекс, Кэссиди. И вот что интересно, Григорий. И вон мы видим на наших картинках, как Гриша куда-то бежит, что-то делает. И именно на картинках из камер. Мы увидели с тобой в трейлере, что у нас камеры будут. То есть, я так понимаю, мы сможем при помощи камеры, я надеюсь, смотреть на то, что происходит параллельно с нашим главным героем. Вот мы рассматривали подробнее сам этот тизер. Федора, опять же, здесь не видно. Но я так предполагаю, что Федя все же будет. Ну, потому что куда мы без Феди? Больше здесь конкретно ничего такого, по-моему, нет. Я вот здесь как бы располагал, рассматривал эти детали все, что важно, что не важно. Но в общем и целом это маленькая такая дополнительная деталька к тому, как будет примерно выглядеть вся эта зона. Порушенная, поломанная, а мы наблюдаем за Гришей, за которым пытаемся угнаться, которому мы пытаемся помочь. Возможно, учитывая предыдущую картинку с Хэллоуина, может быть, вот примерно так Федор будет выглядеть. Но это, опять же, надо посмотреть, я это точно не знаю. Но в результате, короче, родной, графика, кстати говоря, по-моему, улучшенная. Она местами выглядит немножечко мыльненькой, но я думаю, что учитывая, что они так долго его делали, игру, я думаю, что она будет выглядеть все же хорошо. Вот. Я прямо очень рад. Я буду очень ждать. Я надеюсь, что она будет долгой. Я надеюсь, что она будет такой прям мясистой, массистой. Но, да... Мы увидим с тобой солнышко. Кстати, обрати внимание. Еще маленькую детальку тебе скажу про солнышко. Он одновременно и луна, и солнце теперь. Потому что, видишь, у него солнышко осталось, но вот эта часть, она больше луну напоминает, плюс глаза. То есть, получается, она и луна, и солнце одновременно теперь. Но я так понимаю, что она все равно под контролем луны, потому что она пытается на нас напасть. Добрые почему-то всегда проигрывают в таких вещах. Вот. Но, конечно, очень интересно вот этот момент. Маска. Вот она, маска, кстати. Прям видно, как она одевается на нас. И мы видим глазами, видимо, аниматроника. Я не думаю, что это будет смертью. Я думаю, это будет один из режимов игры. Как мы за Федора могли смотреть на все, когда в Федора залезали, как аниматроник. Также и здесь мы можем смотреть на все как аниматроник, только, возможно, одевая на себя маску. Может быть, вообще они как-то свяжут с тем, что Кэсси захватится Венни. Было бы интересно. Ладно. Ну что, родной, ждем. Гига-хайп. Я надеюсь, тебе понравилось. Надеюсь, тебе было интересно. Увидимся с тобой уже завтра. Это прям вау. Неделя офигенная. И до июля всего ждать. Так близко. Супер. Ладно. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Пока. На этом все. Пока. До скорого. Удачи.